Меня часто спрашивают, как взять ответственность на себя. И вопрос это, конечно, меня обескураживающий все время. Почему? Потому что вот он сам возникает из логики того, что возьмите ответственность на меня, чтобы я взял на ответственность себе. Вот. То есть как, предполагается, что есть какой-то особый способ взять ответственность на себя. Значит, я вам про это скажу одну простую вещь. Ответственность на вас всегда. Вам ее не нужно брать. Если вы не делаете то, что нужно сделать, уже давно пора, ответственность за это лежит на вас, потому что вы будете страдать. Если вы делаете то, что не надо делать, ответственность на вас, потому что вы будете страдать. И нет такой гантели под названием ответственность, которую можно взять на себя. Понимаете? Взял на грудь вот это. Нужно осознать, что ответственность, прежде всего, за наши эмоциональные реакции, за то, как мы думаем, за то, какие отношения мы строим с другими людьми, она уже непреложно лежит на нас. Все последствия своих ошибок мы получим в полной мере. Не сейчас, но через паузу. Это называется материалистическая карма. Вот хотите слово, вот, чтобы назвать это? Материалистическая карма. На нас отлежит ответственность. Мы все равно сожрем все свои ошибки с хрустом битого стекла. Понимаете? Поэтому взять ответственность – это просто начать себя беречь. Но для этого нужно, конечно, мышление. Именно поэтому я так много и так рьяно про это говорю, потому что это чудесный эликсир. Вот. Я хочу, чтобы он был у максимального количества людей.